Знаете, это книга о жизни, немного о бизнесе, но я бы рекомендовал ее прочитать всем бизнесменам. Эта книга называется «Фанки бизнес». Да, ее написали два замечательных, очень чудных таких человека, два профессора высшей школы экономики в Стокгольме. Она помогла чуть-чуть лучше формализовать то, что есть. То, что я вижу, то, что я ощущаю, да, и как-то это количественно оценить в том числе. Ну, например, прочитав книгу, я сказал, а мы 70% делаем, и у нас это уже есть, а 30% мы еще хотели бы сделать. Книга о гибкой жизни. Ну, там тоже замечательный такой пример, спросить своего, там, не знаю, там, 12-14-летнего ребенка, что он будет делать вечером с утра. Он вам не скажет, и он абсолютно прав. Они ближе к 7 вечера через свои социальные сети определят, а какой наиболее классное место на сегодняшний вечер, и пойдут туда. Не надо строить долгосрочных планов, они все равно не сработают. Надо подбирать здесь сейчас оптимальный вариант, ну или лучший вариант. Вперед!